Оленька. Машину снимать. Сейчас начнется. Ступеньки красивые, очень. Ты меня позвала? Да. Сейчас будем прямой эфир вести отсюда. Блин, не выглядит шикарно. Я просто думала, как это будет явно, что я буду микрофон говорить. Какой вес мешок? Вес 52. Все, мы начинаем наш концерт, дорогие друзья. Сейчас я дам телефон маме. Вот, чтобы она снимала выступление, собственно говоря. Рада всех очень видеть. Здесь плохо ловит интернет, но я надеюсь... Ой, Калиночка, привет. Ты мне сегодня снилась. Все, супер. В общем, я вас отдаю маме. Она будет вести эфир сегодня во время концерта. Я надеюсь, что вы меня все поддержите. Вот уже фотографы пришли. Все, дорогие друзья, я вас люблю, целую, маме отдаю сейчас. Все, начинаем, да, Иля? А мне микрофон куда вы поставили? Я передумала. Сейчас, дорогие друзья, я поднимусь за скрипкой. Да, все. Подождите, у меня же маме телефон. Ну, конечно, господа. Подожди, маме отдам телефон. Мам, иди. Ну, что надо? А ты сейчас идешь? А? Откуда? Сейчас открою нашу прекрасную композицию. Покажу, как. Невероятная, красивая, талантливая скрипачка. Самая красивая. Мария Кахно! Подожди, можно я отсюда? Маша, нет! Ну, у нее нет, Влад, у нее нет этого. Вы покинули домашний регион, и что-то такое написано. Thank you.
вот даже я вот сейчас включила, а домашнего нет, у него вообще другой совершенно тариф, Wi-Fi отключается, включается, когда хочет. Ну, ничего не могу сделать. Я даже не знаю, что сейчас. Выключалось. Написано, вы вышли из зоны домашнего региона, и потом завис эфир. Как завис? Ну вот начали... Что заказать тебе? Ты что будешь? Я буду сухое красное вино. Так, лучше все. Белое, что если завязываешь платье, то не видно будет. Что у тебя с настроением? Ой, хорошо. Так хорошо тебе писали, все спрашивают, что ты играешь, а я теперь не отвечаю из-за того, что не разрешили. Мне не разговаривать. Да, можно? А помнишь, ты в прошлый раз мне кто-то говорил, что вот мама разговаривала, мешала. Так я это вам Машу показываю. Я за ним утром.
Я пойду играть. Да, держи.
Наша следующая культура обзывая светлая. Настоящая, лучше, правда? Мы легкие, светлые, чисто на ладони. Светлая и память, и мы вдоль. Давайте поддержим Андрея, сердце руки! Лучшее! Темно стало. Ну, кто это знает? Тут выходит, приходит. Вот видите, интернет. Вот смотри, то светло, то раз и погасло все. Нет, сейчас что-то там не то. И звук, и все шикарно. Вот, ну, это уже теперь не наш звук шикарный здесь. Может, интернет плохой, звучит шикарно здесь. Хорошо.
дорогие друзья, мы приглашаем вас на белый танец. Прекрасная здесь композиция. Я знаю, что мы не одни.
да, сейчас буду играть и петь. Буду сейчас, через номер. Она лечить не будет, она пролезает.